С Днем Ангела, дорогие именинники! Знакомясь с историей церкви, мы часто знакомимся с незнакомыми до сих пор иностранными словами. Так, к примеру, сегодня мы познакомимся со словом «диакон». Оно известно нам, но мы сегодня вспомним его еще раз. Это слово означает «служитель». Этим словом в церкви называется целый священный чин, чин священнослужителей, появившийся еще во времена апостольские. Дело в том, что апостолы проповедовали, совершали службы, благовествовали, разносили благую весть, и очень скоро им пришлось отвлекаться на какие-то хозяйственные, житейские дела. Например, церковь традиционно питала вдовиц и сирот, и одни роптали на других, думая, что им меньше досталось, и тому прочее, и начали отвлекаться на это. Это было нехорошо. Апостолы решили, что недобро им оставлять служение проповедническое и заниматься хлебами и прочими земными делами. И они для этого избрали 7 мужей, исполненных веры и Духа Святого, и поставили их на это дело, рукоположив их специально для того, чтобы заниматься хозяйственными делами церкви и помогать апостолам в повседневной общинной церковной жизни. Сегодня церковь совершает память 4 из этих апостолов, а именно Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Святой Прохор был рукоположен апостолом Петром, как говорит об этом предание церковное, а впоследствии был спутником Иоанна Богослова. Он разделил изгнание Иоанна Богослова на острове Патмос, он был его спутником, и когда Иоанн видел неизреченные откровения, то Прохор записывал их. Таким образом, на свет явилась книга «Апокалипсис», последняя завершающая книга Священного Писания, преисполненная высочайшего смысла и очень тяжелая для толкования, поскольку не вмещается до конца в сознание то, что видел Иоанн и то, что Прохор записал. Впоследствии, после Патмоса, Прохор вернулся в Антиохию, где пострадал смертью за проповедь Евангелия. Никанор или Никандр, второй диакон, это был проповедник Евангелия, который пострадал в тот же день, когда побили камнями святого первого мученика и архидиакона Стефана. Тогда злоба иудейская выплеснулась на представителей христианской церкви, и были убиты многие, кроме Стефана также. Никандр пострадал в сей день. Тимон, третий поминаемый нами сегодня святой диакон, благовестник, был проповедником в одном из аравийских городов. Там от иудеев и язычников потерпел многие беды, и предание римской церкви говорит о том, что Тимон был распят на кресте. А Пармен был проповедником в Македонии. Это одна из областей нынешней Греции, граничащая с одноименным государством, небольшим славянским государством, поэтому и Македония называющимся. Там, обходя эти горы и леса Македонии, проповедовал Пармен. Предание говорит о том, что посетившая его болезнь свела его в могилу скоропостижно, однако есть мнение, что при императоре Трояне, в последний год царствования Трояна, этого философа на троне, Пармен также был казнен на месте своей проповеди. Остается сказать, что же значат эти имена. Прохор означает «начальствующий хором». Никанор означает «муж побеждающий». Тимон означает «почтительный». И Пармен означает «стойкий». Кроме же этих 4 имен, сегодня в святцах мы находим несколько и женских имен – Агафию, Домну и Феофилу. Всех вас поздравляем с Днем Ангела, дорогие именинники. Традиционно желаем вам радоваться. Радуйтесь, поскольку имена ваши написаны на небесах.